В нефтегазовую индустрию со школьной скамьи. В Сургуте третий набор «Газпром-класса» начал учебный год. Это 26 целеустремленных ребят. В программу обучения школьников включены предметы, связанные с их будущей профессией. Среди преподавателей – сотрудники Тюменского индустриального университета. Зачем одному из крупнейших энергетических предприятий в стране такой проект и что даст детям обучение в «Газпром-классе», расскажет Антонина Сахарова. 1 сентября в естественно-научном лицее Сургута свои двери открыл «Газпром-класс», третий по счету. В 10 А обучаются профессиям 26 ребят. Каждый из них отлично сдал экзамены и подготовил внушительное портфолио. Лучших отбирала комиссия из представителей лицея, Тюменского индустриального университета и общества «Газпром-трансгаз Сургут». Мы заинтересованы в привлечении в компанию наиболее одаренных людей, которые позволят нам инновационно развиваться и поддерживать уровень самой передовой энергетической компании. Поэтому выбрана стратегия на отбор наиболее талантливых людей еще на уровне школьной скамьи и дальнейшее их сопровождение через наши опорные вузы в России и потом трудоустраивать на предприятия «Газпрома». Учащиеся «Газпром-класса» будут заниматься не только по общеобразовательным программам лицея. Под руководством преподавателей Тюменского индустриального университета дети освоят дополнительные материалы по математике и физике, а также пройдут курс «Научные исследования и его основы». Обучение в «Газпром-классе» позволит ближе познакомиться с особенностями инженерно-технических специальностей газовой отрасли. Лицеисты посетят производственные объекты своего куратора – общества «Газпром-трансгаз Сургут», примут участие в значимых мероприятиях предприятия, наравне с ведущими инженерами представят свои доклады на научной конференции. Такое погружение в профессию обеспечит их конкурентоспособность при поступлении в вузы. Выпускники по окончании школы могут стать целевыми студентами и иметь привилегии при поступлении. Для них снизят уровень проходных баллов. Успешный проект. Действительно, дети получают гораздо больше, ту основу, наверное, для своей будущей профессии. Все-таки они выбирают, они знакомятся со многими теми моментами, которые, наверное, вот просто участницы, они это не увидят. Вот, и поэтому, я так думаю, это, во-первых, они сами приходят мотивированные уже, и участие в этом классе, конечно, при вот таком трехстороннем содействии, конечно, это дети, которые, я так думаю, все-таки в будущем мы их увидим, и они будут какие-то достойные продолжатели наших традиций в Югре, в городе. Егор Юдин перешел в естественно-научный лицей из 15-й школы. Юноша признается, переживаний нет, только четкие цели и желание добиться успеха. Отбор был нелегкий, но для меня, думаю, не сильно сложно было. В сфере IT-технологий, надеюсь, что-то получится связать свою жизнь с «Газпромом». В России действуют 28 профильных «Газпром-классов». Их выпускники могут рассчитывать как на прохождение преддипломной практики, так и на последующее трудоустройство в крупнейшую в стране компанию «Газпром». Антонина Сахарова, Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут-Интерновости.